Горячая вода возвращается в дома петрозаводчан. Сегодня утром после двухнедельного перерыва водоснабжение возобновилось в большинстве районов города. В эти часы запущено оборудование Петрозаводской ТЭЦ и ПКС. Работают котельные на Муйзерской улице, в Соломенном, Песках, на птицефабрике и Куковке. Горожан предупреждают, что подключение воды происходит постепенно. Районы, которые подключаются от источников непосредственно тепла, АО ПКС «Тепловые сети», подключены в графике, с 10 утра мы начали подключение. Те районы, которые запитываются от ТКК-1, от Петрозаводской ТЭЦ, они, к сожалению, запитываются не по графику, ввиду того, что ТЭЦ не выдерживает параметры. И вот на 12 часов температура подаваемого теплоисточника вместо 75 градусов была только еще 40. Скорость подключения зависит и от готовности внутридомовой инфраструктуры. Это ответственность управляющих компаний. Две недели во время гидравлических испытаний бригады работали в усиленном режиме и без выходных. Сотрудниками нашей компании за эти две недели останова было устранено 60 повреждений, выявленных с помощью тестирования. Плюс мы за этот промежуток времени, чтобы дополнительно не отключать людей от горячего водоснабжения в обычные дни, постарались по максимуму сделать инвестиционные проекты. Это в частности на Красной улице, на Свердлова. Сегодня в течение дня возможно возникновение локальных повреждений. О них необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.